С вами Конова Анна и проект Фаберлик Онлайн. В этом видео мы узнаем все о программе Фаберлик Клуб. Эта программа, она идет как программа лояльности. За нее дарятся подарочки, за 1 рубль можно выбирать бесчисленное множество подарков, если вы в прошлом каталоге делали заказы. Да, вот смотрите, у всех в личном кабинете есть вот такой кошелек. Вы на этот кошелек нажимаете, и у вас написано, сколько у вас бонусов доступно. Да? Ну, 800 баллов, это, допустим, у меня уже очень много накопилось. Да? Вот, сколько бонусов у вас доступно, и есть подарочки. Да? Ну, и, конечно, сколько потрачено уже в этом каталоге. И вот подарочки от 5 до 119, от 120 до 499. И также есть правила программы. Если мы с вами откроем эти правила программы, то тут очень-очень все подробно написано, как принять участие в программе, примеры накопления и сгорания этих бонусов. Да? И, конечно, нужно обязательно понимать, в первую очередь, что бонусы могут сгореть. Иногда сгорают 20-15 бонусов, а это, допустим, в подарок можно получить 3 маски для лица, чем допустить сгорание. Итак, смотрите, как принять участие в программе. То есть, получается, вы делаете заказ, оплачиваете его до конца каталога, и все баллы, да, все баллы с вашего заказа пересчитываются на следующий каталог после оплаты в бонусы. Допустим, вы сделали 50 баллов в прошлом каталоге, вам начислилось 50 бонусов. Да? Также 50 баллов делать выгодно, потому что вы можете вдобавок ко всему получить на 6% скидку больше от цены каталога. Да? То есть, если вы делаете до 50, у вас 20% скидка. Если больше 50, у вас 26% скидка. Вот, да? Сделали, допустим, ну вот как вот тут, если в примерах, да, то есть человек сделал 10 баллов в первом каталоге своей регистрации, да, то есть и ему 10 бонусов начислилось. Он эти 10 бонусов не потратил, потому что они могут накапливаться, и сделал еще во втором каталоге 15 баллов. И 10 до 15 у него получилось 25. Их можно тратить сразу, их можно копить, но сгорают они в том случае, если ЛО было 0. И сгорают предыдущие. Да, то есть осталось 10, вот эти вот 10 осталось. Если опять ЛО 0, то и эти 10 сгорают. Вот. Но если вы восстанавливаетесь и начинаете делать заказики снова, да, вот тут как бы пример, да, сделали 50 баллов или 10 баллов, без разницы, и у вас тут уже они опять начисляются и опять копятся. Самое большее — это 150 бонусов у вас может начислиться. А 150 бонусов, как вы поняли, это у нас, давайте вместе посчитаем, 150 разделить на 5, это до 30 подарков. Вы представляете? Это очень круто, это очень классно. Итак, забирать программу Фаберлик Клуб можно в двух случаях. Да? Давайте посмотрим. Сначала нажимаем на кошелек, который всегда в верхнем правом углу рядом с каталогом. И можем набирать таким вот образом. Да? То есть понабрали, что нам хочется. Можно листать, можно выбрать, допустим, подороже, если у вас много бонусов накопилось, и взять какую-нибудь там, допустим, кофточку, да, ну вот я дочке возьму, допустим, вот такую кофточку светленькую, да, мы как раз ростом 122, да, к примеру, еще вот такая яркая, да, мне понравилась, да, то есть возьму так. Возьму, вот 122, вот эту кофточку, да, то есть таким образом я понабрала бонусов, и мне пишут, сколько у меня выбрано, да, что 15 потрачено, и сколько всего у меня бонусов. Все вместе, и сколько у меня доступно с потраченными. Далее я уже прохожу в свою корзину, нажимаю, да, вот тут видите верхний правый угол, нажала, и вот они те вещи, да, за 1 рубль, вот они мне вложились. И, конечно, это очень-очень удобно. Видите, Фаберлик Клуб, он так и подписан, да, то есть он еще и, как вы видите, кликабельна кнопочка, да. И самое удобное, то что вы можете выбирать это все или копить. Да, можно накопить на более дорогие продукты, о чем я сейчас говорю. Да, у нас с вами есть от 500 бонусов до 2250. Да, и вот я сейчас, допустим, могу взять Денос Ультра за рубль, это обеззараживалка, да. То есть, если вы кликните на этот продукт, то вы увидите о нем полностью всю очень-очень-очень-очень подробную информацию. И будете знать,
понять, нужна она вам эта вещь в подарок или не нужна. То есть подарки есть ценные, а есть подарки, которые можно выбирать каждый каталог. То есть на любой цвет, вкус, кошелек и так далее. И также вы можете Faberlic Club выбирать и в самой корзине, если вы вдруг забыли про него в начале. Вот у нас с вами идет Faberlic Club. Вот, нам пишут, сколько бонусов доступно, сколько бонусов потрачено уже, да, но и мы можем выбрать товар, да? Нажимаем выбрать товар, и тут будет такой же самый список, так, минутку, да, так, сейчас я вот так сделаю, да, вот, и тут будет такой же самый список, что я могу выбрать, да, также тут есть детали сортировки по увеличению цены, по уменьшению цены, да, к примеру, могут в самом начале быть, допустим, самые дорогие, да, платья, как вы видите, тут есть, также тут есть, помимо платьев самых дорогих, да, что вы еще можете взять. Да, платьев огромное количество, да, то есть можете сортировать, можете по поиску найти, если вам что-то хочется в подарок, может вдруг оно будет, да, потому что по артикулу тоже можете повыбирать, тоже как бы очень удобно. Но я больше всего, конечно, предпочитаю на сайте через вот этот вот кошелек. То есть я нажимаю, и тут мне более понятно. Я захотела, почитала о товаре и так далее, и так далее. Да? То есть мне с аннотацией намного приятнее выбирать. Да? Видите, тут в конце есть странички, и вы можете, перелистывая, да, все подарки, можете их листать, выбирать, сколько вам захочется. Вот. Ну что ж, с вами была Полнова Анна, проект Faberlic Online. До встречи с вами в новых видео. Задавайте вопросы, я буду снимать для вас видеоролики, чтобы вам было все предельно понятно, и чтобы вы забирали свои подарочки, а не оставляли их в компании на сгорание.